Это мертвая деревня. Какие изменения произойдут в мире в ближайшее время? Dark Ghost. Это мертвая деревня. В ней нет живых людей. В этом видео вы узнаете, что такое геопатогенные зоны и как они себя могут проявлять. И то, что эти зоны как-то связаны с миром мертвых. Всю суть этих паранормальных явлений никто еще не может раскрыть до конца. Во время Второй мировой здесь была деревня, которую сожгли вместе с ее жителями. И, возможно, именно после этого здесь и произошел энергетический разлом. В мире много таких геопатогенных зон, где люди могут попасть даже в прошлое. В данный момент здесь находится съемочная деревня, в которой продолжаются паранормальные явления. Здесь кто-нибудь есть из мира духов? Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак. Если здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак. Кто вы? Мы помним тебя. Зачем пришел? У меня к вам несколько вопросов. Что происходит после смерти? Мы будем здесь.
Все остаются здесь, в этом мире. Да. Почему мы не видим вас? У нас другое измерение. Вы четко отвечаете на вопрос, почему другие духи не могут также четко отвечать на вопросы. У нас другая энергия. Вот, друзья, многие спрашивали, почему такие четкие ответы у некоторых духов, потому что больше энергетики. Вы можете сказать что-то наперед, будущее предсказать? Не всегда. Какие изменения произойдут в мире в ближайшее время? Колоссальные. Это перевернет весь мир. А вы можете точно сказать, что произойдет, что будет? Нет. Почему? Это может изменить ход событий. Понял. Здесь, в этом месте, находитесь только вы или есть еще какие-то сущности помимо вас? Нас здесь очень много. Почему вот именно здесь самая сильная энергетика, паранормальная энергетика? Разум. Разлом? Это что-то наподобие энергетического разлома? Я правильно вас понял? Нам пора. Сейчас придут другие. А я смогу с ними поговорить? У них другая энергия. Сейчас по ЕГФ мне уже никто не отвечает, и как уже сказали, что не ответят. Как только начинает темнеть, сразу вот эти начинаются вот эти звуки, крики и скрипы по всей деревне. Сейчас, друзья, возьму камеру и буду ходить по всей деревне в попытке заснять что-то необъяснимое. Также расставлю несколько ночных камер по улице. Снова, друзья, это туман. О, началось.
Заходить, если честно, мне туда нет желания. Потому что в прошлый раз я чуть там не остался навсегда. Поэтому я пройду сейчас дальше. Так, друзья. Туман все сильнее и сильнее. Камера его не видит. Может быть, видит, просто я не вижу в этот маленький экран. Вот здесь такой уже порядочный туман. Крик, крик, как в тот раз был. Там. Кто-то сейчас бежал. Кто-то сейчас бежал, ребят. Блин, какой туман. Блин, жаль, это туман камера не передает. Тут сейчас такая атмосфера. Просто жуть. Ну вот реально я слышал шаги, это не могло мне показаться. И вот начался скрип. Здесь никого нет. Это точно. Ну я имею в виду из живых людей, здесь точно никого нет. Охранник и говорил, что все начинается после того, как стемнело. И вся съемочная группа, которая находилась здесь, они не заходили на эту территорию ночью. Только если, ну, вдруг какие-то съемки нужны были, они, ну, заходили уже толпой, а там уже, поверьте, было непонятно, кто это шумит. Либо живые люди, либо что-то потустороннее. Да и большое скопление живых людей, это как бы отпугивает всю вот эту паранормальную энергетику. Если здесь кто-нибудь есть, дай мне знак. Вау.
Кто здесь? Этот крик. Кто-то бежит. Все. Так, друзья, кто-то, реально кто-то бежал.
Все вроде подутихло, начался дождь. Сейчас я заберу камеру. На улице бегает. Блин, там не видно. Была тень. Нужно срочно отсюда, мне кажется, уходить. Так, у меня еще одна камера на улице. Все, друзья, я сейчас кое-что забыл в том доме. Когда выходил, я нечаянно там оставил аккумулятор днем. Здесь просто пипец как жутко. Будто бы ожила вся деревня. Так. Что здесь? Блядь. Ладно, буду телефон снимать. О, блядь. Надо быстрее сейчас собирать все вещи отсюда.